также здесь представлен такой декоративный элемент. Это металл перит. А здесь моренный дуб. Поставка из моренного дуба. Она изготовлена также у нас в Мордовии. Дуб не окрашен, это его натуральный естественный цвет. И чтобы добиться такого цвета, дубу пришлось пролежать в воде около 2000 лет. Откуда вы? Прямо из Мордовии, да? Либо откуда-то из другого места?